Ну все, посмотрели мы немножечко рекламу, и получается, сейчас будут двойные... двойные монетки. А у нас здесь, смотрите, сундучки появляются. О! А в сундучках тоже много чего есть интересного. В основном это монеты да всякие ненужные гаджеты, обычно. Ну, сейчас посмотрим, проверим. Мне вот на эту машинку, на этот джипик нужен, ребята, гаджет. Гаджет какой-нибудь получше, чем вот такие двойное прыгание. Не знаю, зачем это двойное прыгание на колесиках мы прыгаем. А, во! Смотри, первого уровня. Получается, сундучок первого уровня. Нам нужно доехать в сундучок второго уровня взять. Потому что я смотрю, все, как будто играют в Hink Racing, они все первого уровня не берут, им нужно второго уровня, не знаю. Но третьего уровня они не доезжают, либо третьего уровня нет. Вот я не могу что-то точно сказать. Ой-ой-ой-ой, чуть кабину не сломали. Сейчас мы доедем и посмотрим, то, что там сундучок третьего уровня вообще существует или нет. Ладно, лады. Опа. Так, где же там? А, вот, смотрите. А, ну да, есть еще сундучок третьего уровня. Не знаю почему. А необычно. А я раньше думал, что это два сундучка дадут. А нифига. Только я два сундука, да, конечно. Жги, конечно, два сундука. Один дают. Только он улучшается. Сейчас посмотрим, если у нас получится сундучок третьего уровня закрыть. То мы посмотрим, что там в третьем уровне сундучки. Что там бывает обычно. Может быть, кстати, денег дадут побольше. Опа, главное доехать до этого третьего сундука. А, ну, тут осталось чуть-чуть. 60 метров. Опа, есть сундук третьего уровня. Отлично. О, тут еще сундук четвертого уровня даже будет. Я не знаю, ну попробую я до четвертого уровня доехать, не знаю, получится, нет? А, главное же попробовать, правильно? А там видно будет. Тем более у меня двойные монеты. Я смотрел рекламу специально ради этого. О, он уже, смотри, у нас уже почти что 8 тысяч мы собрали. Пошли. О, все, 8 тысяч. Хорошо. Мы же на автобус потратили аж 9 тысяч. Поэтому сейчас мы вернем назад потраченные деньги. Опля. Так, тихо. Так, 27 метров. А, вот смотри, у нас уже будет что-то. А, в смысле разбился? Как-то, ё-моё, как так? А куда я смотрел? Алло. Как, почему я разбился? Ладно. А, вот смотри, сундук 4 уровня дали нам. 2600. Еще смотри, можно рекламу посмотреть, что-то дадут. Давай посмотрим рекламу. А ну вот, ребята, посмотрели рекламу и дали 4000 монет, прикинь. 4000 монет. Это реально много. Это реально много. Так, у нас в лесу можно ехать трактором. Да, дадут денег мне. Можно двойные монеты еще сделать. Сделаем сейчас двойные монеты. Так, ну что ж, поехали. Так, двойные монеты должны быть. Сейчас посмотрим. Да, получилось. Посмотрели. Смотрели мы рекламу. Даже игрушечку какую-то установили. Так что... Блин, надо какой-то гаджет. А, есть гаджет. Да, гаджет там не стоит. Но на тракторе. Хорошо, хорошо. Так, мы будем... О, уже 15 тысяч, прикинь. Алло. Откуда 15 тысяч у меня? Тихо, классно, едем. Так, нам нужно сундучок этот взять. Сундучок, сундучок. Сейчас мы возьмем сундучок. Отлично. 80 метров у нас осталось до сундука. Давай. Ой, давай, еще. Молодец, молодец. Давай. Молодчинка. Вот, сундук. Есть. Сундук первого уровня. Ой, главное не разбиться. Попробуем сундук второго взять. Уровня, а то может быть и третьего. Пусть получится. Так, 400 метров у нас до сундучка осталось. Я вообще не знаю, дотянет наш трактор до второго сундука или нет. Он у меня вообще особо не прокачан. Надо прокачивать будет.
Давай, 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 еще немножко. Ой, молодец, еще один. Хорошо, отлично. Отлично. Давай, 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 давай. О, едем. Блин, смотри. И еще этот ковш мешает. Вообще, я думал, почему-то идеальный, прям очень идеальный трактор. А нифига. Вот из-за этого ковша у нас получается очень часто я попадал в просак, ребята, с этим ковшом. Угу. Тихо. Так, 70 метров осталось. Давайте доедем. Давай доедем до этого сундучка. О, справимся. Есть. Сундучок второго уровня. Готово. Там и монеток можно, может быть, много быть. И еще что-то интересное. Посмотрим, ребят. Посмотрим обязательно. А сейчас нам главное доехать. Давай, 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 давай. Еще немножко. Ой, молодец, молодец. Есть. Ух. Ух ты, мы еще и новый рекорд побили с вами. Ах ты, ё-моё, это что за фигня тут? Эй, я тут чуть не застрял. Ну ладно. О. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так мы особо... А мы трактор-то вообще не прокачивали? Чё он такой у меня? Реза, может быть, из-за гаджета? О, вонючий случай. Вонючий случай. Тихо-тихо-тихо-тихо. Голова. Главное беречь голову. Еще мы тут, ребята, звездочки зарабатываем. Ну, вообще неплохо. Очень даже нехорошо. Почему бы и не? Почему бы и не заработать еще кучу звезд? 500 звезд бы нам собрать хотя бы. Вот тысячи я даже и не мечтаю. Так, а вот у нас сундук третьего уровня. Скоро ждет нас. Есть! Отлично! Так, а здесь мы не поднимемся, да? Нифига, нифига! О, блин! Ну, было все это рядышком близко. Попробовать, может, еще раз заехать. Давай. Есть! Заехали! Блин, давай. Ой, молодец. Заехали. Вообще нереально здесь заезжать. Просто так мне повезло. Реально, просто повезло. Тихо. Блин, назад надо ехать, назад. Бензин кончается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Едем дальше. Тихо. Так, здесь ускоряемся. Опля! Давай. Еще немножко. Давай. На пределе ехали. О! Так, бонус за расстояние получили. Уже 16 тысяч у нас в кармане. 16 тысяч в кармане, да еще и звездочек куча. Ой, хорошо. Так, а здесь надо подняться. Не знаю, получится или нет. Давай. Еще немножечко. Есть! Бензинчик подняли. И звездочек очень много мы насобирали. Как здорово. Как весело. Давай. Есть. Отлично. Прям, может быть, 1000 звезд соберем. Было бы очень хорошо. Так, а тут подняться надо будет. Опа, есть. Поднялись, ребята. Было сложно. Ой-ой-ой-ой-ой. Главное не разбить. Есть. У нас 4 уровня. Слушай, сундук 4 уровня, это круто. Это очень круто. О. Так, а здесь нам главное в воду не попасть. Не разбиться. Вроде бы нормально едем. О, хорошо. Ага. Главное, чтобы тут ковш нигде не задел. Было бы вообще замечательно. Все. Заденем ковшом что-нибудь вообще. Давай. Есть. Выехали. Отлично. Так, что у нас здесь? Смотри, как мы сколько денег заработали. Куча. И звездочек уже сколько, офигеть. И звезд много. Оп. Давай, еще, пожалуйста. Еще. Нет, не хватает там. Ой. Главное, башкой не стукнуться. Так, еще раз попробуем. Одолеть. Вот эту гору. Давай. Нет, разбились мы. Все-таки разбились. Ну да ладно. Открываем сундучок, смотрим, что там такое есть. А что, у меня подарка нету? Только ускоритель фляг. Знаете, кому нужна? Ну и защита новая. Ну, два кристаллика еще дали. Ну, тоже хорошо. Отлично. О, 17 тысяч звезд у нас. Так, здесь можно на красной машинке поехать. Ну, поехали. Чё ж не поехали-то? Поехали. Двойные монетки даже сделаем.
Ну все, есть у нас двойные монетки. Хорошо. Еще и сундучок заработаем. Так, 20 тысяч мы уже насобирали. Так, надо 40 тысяч. Но собираем, наверное. Может быть, я постараюсь до звездочек доехать. Не знаю, получится или нет. А, у меня здесь суперускоритель стоит. Ёлки-палки, я его что, не снял, что ли? Ладно. Здесь нельзя пропускать бензинчик. Иначе мы рискуем не доехать. Никуда. Ну, хотя мы взяли уже один сундучок. Ну, нам нужно хотя бы второго уровня. А лучше четвертого. Дальше четвертого у нас не получается, к сожалению, брать пока что. Ну, четвертого уровня тоже будет замечательно. Оп. А бензинчика мы не взяли, назад едем. Так, есть. Все. Теперь можно ехать. Иначе мы не доедем. Оп, аккуратненько. Есть. Так, 2 километра нам нужно ехать до рекорда нашего. Так, сундучок есть как раз. Второго уровня у нас уже. Ну и сейчас попробуем третьего уровня заработать. Так, здесь проехали нормально, хорошо, спокойно. Ой-ой-ой, тихо, так. О, тормоза вообще отличные машины. Тормоза прекрасные. Тихо, так, так, бензинчик уже заканчивается. Где у нас там бензинчик-то? О, это сам бензобачок. Вот он, канистра. Все, супер. Так, ну... Так, ускоримся, нет, получится, получится, да, есть, 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 доехали, ух. Все у нас уже. Так, я хочу четвертого уровня добыть. Так, ё-моё, бензин закончится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот я о чем и думал, что закончится бензин у нас. Офигеть, да, разбились нафиг, ладно. Ну что ж, давайте откроем, посмотрим, что там лежит. Видишь, один алмазик всего лишь. Мало, мало. Ну, 2000 монет зато. Ага, ну что ж тут получается. Дальше мы смотрим, что у нас тут есть интересного. А, в лесу... Давайте тогда в лесу поиграем. Только поиграем мы, ребята, этим самым автобусом. Да. Поехали на автобусе. Так, двойные монетки брать. Ну, давай возьмем двойные монетки.